Фестиваль роллеров прошел в Центральном парке Новосибирска. Катали всех желающих, бегали на скорость, преодолевали препятствия и даже играли в хоккей. О том, как это было, Анастасия Леонтьева. Необходимо не только удержать равновесие, но и продемонстрировать скорость и ловкость. Жанна встала на ролики 4 года назад. Теперь с обувью на колесах неразлучно. Сегодня она одна из 200 участников фестиваля, пробует свои силы в скоростном слаломе и прыжках в высоту. Мне нравится этот вид спорта, потому что он необычный и очень сильно похож на фигурное катание. Самое сложное, не знаю, наверное, двойные прыжки. Все желающие могут пройти мастер-классы, которые проводят инструктора Академии роллер-спорта. Корреспонденты ОТС, как самые неопытные участники фестиваля, тоже пробуют свои силы. На деле все сложнее, чем кажется со стороны. Ноги немного согнуты в коленях, корпус вперед. Сегодня в роллер-спорте могут попробовать себя даже те, кто никогда не стоял на роликах. Любители не значат новички. Многие участники на роликах с самого раннего детства. Сегодня у нас практически все технические дисциплины. Это означает, что спортсмен должен показать результат. Это либо на скорость, либо на высоту прыжка, либо наоборот проехать под планкой как можно ниже на гибкость. Движение – жизнь, а двигаться на роликах – это еще и весело, убеждены участники соревнований. И даже с клюшкой. На фестивале впервые представили инлайн-хоккей. В Новосибирске всего две команды по этому виду спорта. Но ведь и футбол когда-то начинался с малого. Анастасия Леонтьева, Тарас Тарасов, новости ОТС.